Тюменской области общее количество ДТП практически осталось на прежнем уровне. Плюс-минус там 60 ДТП, плюс и 70 там пострадавших. Но мы хотели бы отметить, что все же те задачи, которые ставил президент Российской Федерации, те задачи, которые ставил губернатор Тюменской области, начальник УМВД Алтынов Юрий Петрович, госпекция снизила количество погибших до 75 человек. Это практически небольшой поселок, который остался жить. Основное, где мы уделяли внимание, где у нас есть снижение, это федеральные и областные дороги. Вы знаете, что там проблемы у нас были на протяжении многих лет. Но в этом году все же и наряды все больше и больше. Это спецбатальоны находились практически во всех районах и городах Тюменской области. Это и мероприятия, которые проводили госпекция, целевые мероприятия по тем районам, где у нас и шел рост дорожно-транспортных происшествий, где люди погибали.